Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Вы уже познакомились с гражданскими, уголовно-правовыми, семейными, трудовыми, административными правоотношениями. Правовой спектр охватывает широкий круг деятельности человека, общества и государства. Сегодня мы с вами будем исследовать один из самых близких к вам общественных институтов образования. Согласно статистике, порядка 16,5 миллионов человек, школьников, являются субъектами норм, которые регулируются образовательным правом. Мы с вами остановимся на таких вопросах: какова государственная политика в области образования, как реализуется право на образование, какие права и обязанности есть у обучающихся. Обратимся к этимологии понятия образования. Образование и образованность относятся к восточнославянскому понятию «образ». Слово «образ» первоначально означало «удар», а «образовывать» значит «учить наносить правильный удар». Любопытный перевод, но в нем сразу мы с вами практически слышим определение, что образование есть процесс получения знаний. В XVI веке в источниках значится, что образованием стали называть просвещение. Правовые нормы о доступности образования зафиксированы во многих государствах. Я думаю, что из курса истории вы помните, насколько трудно решались вопросы, связанные с получением образования. Дискриминации подвергались многие социальные группы: малоимущие, низшие слои, национальные меньшинства, женщины. Кстати, в некоторых государствах, например, в Афганистане при правлении талибов, женщинам по-прежнему был закрыт доступ к образовательным учреждениям. В России, как и в других государствах, сложилась целостная система правовых норм, устанавливающих общеобязательные правила в области образования. Они содержатся в Конституции Российской Федерации, законах Российской Федерации об образовании, Федеральном законе о высшем и послевузовском образовании, указах президента Российской Федерации, постановлениях правительства, уставах и положениях конкретного образовательного учреждения. Таких правил накопилось много, что позволило юристам говорить об особом образовательном праве. Цель правового регулирования отношений в сфере образования – установить государственные гарантии механизма реализации прав и свобод человека в этой сфере, создать условия для развития системы образования, для защиты прав и интересов участников отношений в сфере образования. Во второй главе Конституции среди других важнейших прав человека и гражданина указаны право на образование. Рассмотрим статью 43 Конституции Российской Федерации. Каждый имеет право на образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Важнейшими гарантиями права каждого на образование выступает его общедоступность и бесплатность. В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации указывается, что право на образование в нашей стране гарантируется независимо от пола, расы, национальности, социального и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Иными словами, не допускается какая-либо дискриминация в праве на получение образования. Государственная политика в области образования основывается на важных принципах, закрепленных в законе. Рассмотрим принципы государственной политики в области образования. Это гуманизм, единство федерального культурного образовательного пространства, общая доступность образования, демократический характер образования, свобода и плюрализм образования, светский характер образования. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития их способностей в помощь семье действует дошкольное образовательное учреждение, ясли и детские сады.
И это первый уровень образования. Достигнув 6,5 лет, каждый ребенок имеет право идти в школу, в первый класс. Взрослеем, шагая по ступеням образования. Начальное образование с 1 по 4 класс, основное общее с 5 по 9 класс и среднее полное общее образование. Это 10-11 классы. В закон об образовании в Российской Федерации внесены положения относительно уровня образования, применительно к которым гарантируется общая доступность и бесплатность. Имеется в виду дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, среднее профессиональное образование. Гарантируется также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если человек его получает впервые. Во всех случаях речь идет об образовании, осуществляемом в соответствии с федеральными, государственными, образовательными стандартами. Образовательные стандарты должны обеспечивать единство образовательного пространства России, преемственность основных образовательных программ разных уровней образования. Образовательные стандарты включают в себя требования к структуре основных образовательных программ, что будет изучаться, условиям их реализации, где организуем обучение, кто будет обучать, результатам освоения основных образовательных программ, чему мы научимся, что будем знать и уметь. И этот документ является важной основой деятельности любой школы, независимо от типа и вида. Недавно в нашей стране были приняты новые стандарты для начальной, основной и старшей школы. В соответствии с законом об образовании в Российской Федерации и в ГОС обязательным является начальное, основное и среднее общее образование. Обязательность среднего общего образования по отношению к ученику сохраняется до достижения 18-летнего возраста. Если ответить на вопрос, какое образование является обязательным в России, более просто, то обязательным является образование, получаемое в школе, то есть общее. Сохраняется бесплатность высшего образования, так называемые бюджетные места в вузах, но на конкурсной основе. К примеру, вуз в одном из факультетов имеет 100 бесплатных бюджетных мест, а желающих учиться на нем 350 человек. Возникает ситуация конкурса отбора тех, кто подготовлен к продолжению образования наилучшим образом. Помочь выявить это призван единый государственный экзамен ЕГЭ. Те из оставшихся в нашем примере, это 250 человек, кто твердо решил продолжить образование в высшей школе, могут сделать это только на платной основе. Однако им придется пройти через испытание единым государственным экзаменом. Если поступающий не наберет необходимого количества баллов, зачисление в вуз не состоится. В Федеральном законе об образовании в Российской Федерации итоговая аттестация определяется как форма оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Иными словами, в ходе специальной проверки надлежит выяснить, как усвоен учебный материал. Принципиальное значение имеет следующее положение закона. Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является обязательной. И это означает, что каждый ученик должен пройти через государственную аттестацию по окончании 9 класса, потому что завершено основное общее образование, и по завершении общего среднего образования в 11 классе. В основу проведения итоговой аттестации положены принципы объективности и независимости оценки качества подготовки учащихся. Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования старшей школы проводится в форме единого государственного экзамена. Иные формы аттестации предусмотрены для отдельных групп учащихся, например, с ограниченными возможностями здоровья. Прием на обучение в высшее учебное заведение проводится на основании результатов ЕГЭ. Таким образом, единый государственный экзамен совмещает в себе существовавшие долгое время самостоятельно выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены вузы. Обязательным для каждого выпускника являются экзамены по русскому языку и математике. Выбор экзаменов по другим предметам определяется требованием вуза. Если выпускник принимает решение продолжить образование, различные направления подготовки предполагают свой набор экзаменов. Единый государственный экзамен по обществознанию уже многие годы выбирает почти половину выпускников. Для проведения государственной итоговой аттестации, как указано в законе, создаются контрольно-измерительные материалы, комплексы заданий стандартизированной формы.
Все, кто получает образование в разных формах и на разных ступенях подготовки, закон объединяет понятие «обучающиеся». Самую большую группу здесь составляют ученики средней школы. Закон наделяет обучающихся достаточно широкими правами. Среди них выбор образовательной организации для учеников – это школа. Возможность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах образовательной программы. Выбор факультативных и элективных курсов для подготовки. Отдых во время каникул. Плановых перерывов в получении образования в соответствии с календарным графиком. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами образовательной организации. Поощрение за успехи в учебной и общественной деятельности. Права, как вы знаете, неразрывно связаны с обязанностями. К обязанностям обучающихся закон, в частности, относит необходимость добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные им учебные занятия, выполнять задания, данные педагогам, выполнять требования устава организации, правил внутреннего распорядка, заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, уважать честь и достоинство других обучающихся, всех работников школы, бережно относиться к школьному имуществу. Нарушение правовых норм, как известно, влечет за собой определенные санкции. В законе об образовании в Российской Федерации за неисполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего распорядка и другие проступки предусматривается применение мер дисциплинарного воздействия, замечание, выговор, отчисление из образовательной организации. Последнее оговаривается особо. По решению образовательной организации за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет. Это делается в тех случаях, когда другие меры воздействия не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной организации оказывает отрицательное воздействие на других учеников, нарушает их права и права работников этой организации, ее нормальную деятельность. Решение об отчислении ученика, не получившего основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей, согласия комиссии по делам несовершеннолетних и органа опеки и попечительства. Закон запрещает применять меры дисциплинарного воздействия к детям, находящимся в дошкольных организациях, ученикам начальной школы, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Получение образования не ограничивается интересами ребенка и его семьи. В современной качественной образовательной подготовке подрастающего поколения заинтересовано все общество. Именно поэтому государство с помощью правовых норм, о некоторых из которых мы узнали сегодня, регулирует образовательную деятельность, четко определяет права, компетенции, обязанности и ответственность ее участников. В заключение приведу слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Образованность – это основа умения честно прожить жизнь, насладиться ею, получить радость от познания мира во всех формах, через литературу, науку, театр. Учение – естественный процесс, который продолжается всю жизнь, поднимает людей к вершинам знаний, культуры, потому что они движутся вперед. Самое главное, что я хочу сказать молодому поколению – спешите учиться, спешите получать образование, всякую науку можно в молодости легче одолеть и усвоить.